Нужно в коляске катать маму или папу, твердая подножка, в любое время года. Всем привет, меня зовут Александр Милюков, я представляю вам прогулочную коляску Carella Vista. Vista универсальна. Благодаря прочной раме, большим колесам, хорошей амортизации и объемному капюшону вы можете использовать ее в любое время года. А за счет дополнительного мягкого матрасика, горизонтального положения спинки и большого сидения может служить коляской как для совсем маленьких детей, так и для детей достаточно взрослых. Давайте рассмотрим все детально. Vista поставляется в прочной картонной коробке, так что если вы заказываете ее через интернет, будьте уверены, что она дойдет вам в целости и сохранности. Достанем все из коробки, продемонстрируем, что входит в комплект. Один из часто задаваемых вопросов по коляскам – есть ли амортизация? У Vista амортизация очень хорошая. На задних колесах большие внешние пружины, а на передних пружина спрятана в самом колесе под пластиковым чехлом, чтобы амортизатор не засорялся. Теперь рассмотрим ее функционал. В первую очередь, чем она хороша для ребенка. Сиденье Vista прочное и твердое, но за счет мягкого наполнителя оно будет комфортно для малыша. Угол наклона спинки регулируется при помощи рычага до практически горизонтального положения. За счет этого и за счет наличия в комплекте мягкого матрасика эта коляска может использоваться для самых маленьких. Малышей обязательно пристегивайте пятиточечным ремнем. А для детей постарше можете использовать защиту от сползания. Она не даст ребенку выпасть. У Vista регулируемая твердая подножка. Большой стеганый утепленный капюшон защитит от ветра и солнца, а родители смогут наблюдать за ребенком при помощи окошка. Отдельно хочу остановиться на размерах сиденья Vista. Оно достаточно большое. В длину 90 см, в ширину 38 см. Что вместе с укрепленной рамой дает вам возможность катать достаточно крупного взрослого ребенка. Иногда на презентациях я демонстрирую это на собственном примере. Сейчас попытаюсь это сделать. Для этого сперва поставим коляску на тормоз. Я не говорю о том, что нужно в коляске катать маму или папу, или дома это повторять, но это явно свидетельствует о прочности конструкции. Для удобства родителей у коляски регулируемая ручка позволяет подстроить под ваш рост кармашек на задней стенке, подстаканник и корзина с дополнительным окном, в которую можно проникнуть при опущенном положении спинки. Складывается коляска достаточно просто. Для этого вам нужно потянуть за два рычажка, опустить коляску вниз. Она самостоятельно стоит в сложенном виде. Также просто коляска раскладывается. Итак, перед вами всесезонная, всепогодная, вседорожная, всемогущая и всевозрастная коляска Vista. Вы можете гулять с ней в любую погоду. Жаркую, прохладную. В комплекте есть теплое укрытие для ножек. Дождливую. В комплекте есть плотный дождевик. Будьте уверены в удобстве и надежности коляски для вашего ребенка. Не сидите дома, больше гуляйте, больше проводите времени с детьми на свежем воздухе. Открывайте этот мир заново вместе с нами.
Слушай, Русь, реально удобно. Подойди, попробуй. Нормально? Да, попробуй. Ну все, понятно.